Стрельба, стрельба, смотрим, стрельба. Кто стреляет? Вот это я. Ну вот этот чувак в шапке, это я. Так. Один готов. Значит, сейчас вылезет. Вылезет. Ну покажи свой личико прекрасное. Покажи. О, черт. Я посерел, все. Мне кранты. А нет. Получай. Точно выстрел. Куда? Куда удирать? Опачки. Побежал кузнечик. Сейчас мы его нападем. Сто пудей. Опачки. Готово дело. Влезай. И тебе. Всем по щам. Привет, друзья. Ну вот, играю сегодня в Ленуар. Это первое мое дорожное преступление. Оно раскрыто. О, труп. Конечно же, печальное зрелище. И мы стоим так и не знаем, что делать дальше, да? Или оплатить похороны, или еще что-то. Но они сами виноваты, они сами напросились. А вот, видите, 36 из 40 преступлений раскрыто. 15 очков опыта. Чуть-чуть не хватило до 18 уровня. Ну, обязательно сирены, конечно. Куда без сирен? Куда? Едем, надеюсь, сейчас мы доедем до места преступления. Ох, я сомневаюсь, конечно. В этом. Между прочим, сирена это очень интересная штука. Машины расступаются, как будто это Элвис Пресли. Вот. Так, так. Опачки. Принесло. Да. Да. Что-то чувствую, я очень далеко мне ехать. Все, еду, еду. Это уже 200-я моя миля пошла проехать. Это где-то 250. Ух ты, блин. Надо быть внимательнее. Заговорился. Ну когда ж уже? Когда? А, вот. Еще одно преступление. Господи. Нет. Сегодня не будем мы расследовать никаких дел. Еще на одно место едем. На самом деле я вообще экстремальный мужчина. Очень экстремально. Вроде бы и деду по полосе, которую нужно сейчас. Оба. Резко свернул. Я обычно езжу там, где машины. Неважно, встречка или не встречка. А, кстати, вот этот вот желтый человечек, то, что нарисован на карте, это место, куда мне надо ехать. О, все, приехал. Ну и ради этого алкаша пришел грабитель с бумажным пакетом. Очень интересно. Посмотрим, посмотрим. Ну конечно видел, конечно, кроме бутылки ты ни хрена не видишь. Залил зеньки свои бесстыжие. Погони, опять бежит. Опять мой детектив Фелпс бежит. А вот вам работа детектива. С утра до ночи бегаешь. Бегаешь и бегаешь. Или на машине преследуешь.
Ну, сейчас мы вас прижим. Сейчас Бикс прострелит шину. Опачка. I wish you luck, buddy. Он типа спросил, сказал пожелание удачи, чтобы ты попал по колесам, как я им желаю. Но, блин, скорости не хватает их прижать. Опа. Вот не люблю такие повороты, не люблю такие повороты. Только время теряю. Ну ладно, вон он красный на карте виден. Значит, не уйдет. Никуда ты меня не уйдешь. Крающего меча правосудия. Вот он. Голубчик. Голубчик. Ты долго тебе ездить. Опа, получил. Твою. Что он там говорит? А, не может навести прицел. Ну что, сейчас? Машина развалилась. А у них тоже развалилась. Все, попались. Вот так мы расследуем преступление. Ну все, ребята, всем пока. Увидимся. До новых встреч.